Между тем, в Якутии поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые купюры выпустили в октябре этого года. Они не являются памятными, их тираж не лимитирован, поэтому ими можно расплачиваться в магазинах и банках. На банкноте номиналом 2000 рублей изображены космодром Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке. На купюре в 200 рублей Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код. При помощи него можно узнать о художественном оформлении банкнот и о их защите. Новые деньги заполняют пустоту между номиналами. Также они обладают увеличенным сроком обращения, так как в их составе есть пластик. А если по каким-либо причинам новые деньги отказываются принимать, то можно обращаться в Центральный банк с этим вопросом. Они являются законным платежным средством. В некоторых случаях, значит, торгово-сервисная сеть не обладает достаточной информацией по возможным признакам определения подлинности данных банкнот. Это всегда можно посмотреть на сайте Банка России cbr.ru, либо обратившись в обслуживающую кредитную организацию, которая обладает всей необходимой информацией. Я бы сказал, что с начала этой недели в обращении выпущена банкнота этого номинала. То есть на сегодня они действительно присутствуют и могут находиться в обращении, могут сдавать сдачу. Любой гражданин может внести этими банкнотами, осуществить любые виды платежей, сделать вклад в банках.